Şıra. Вот там оно сюда летает. Да там и я, ребенок летает, не могу. У него ребенок летает, мне надо тоже летать. Вако. Короче говоря, забыл новые ботинки в каньоне, переобулся в тапочку и забыл. Понимаешь, да? А это не сейчас, Вчера вечером, 6 часов вечера. Просто если я поспрашиваю, короче говоря, этих самых, кто работает на гидроэлектростанции. Ну просто, по-любому, кто-то из наших. Ну где ты пальни, ты понял? Ну не на дороге прям. Да, там возле купальни, где купаемся, ты понял, да? Ну где холодная вода, где купаемся, где вот это озеро? Да. Сюда, сюда. Воронечка, да. Немножко ближе к этому, скажи мне. Ближе к республике, нет. Ну получается, нет, наоборот, ближе к гидро... этой самой. Короче, к горлышку. Понял? Ну короче, не ближе к гидроэлектростанции, к нам ближе, короче. В любом случае на дороге где-то. Там черные носки, короче, и ну новые, реально заказал, 2 недели не прошло. Спросите, спасибо. Отдыши, ребят. Жалко. Let's go, рано ли там сюда. Эй, good man.
Да, да. Я потому что он отсюда. Полет, он полетел. А, у меня здесь.